Ну что, риф из Pine Top Boogie, из Boogie Woogie Stomp, короче, вот эта история у нас. Она с тобой идет и 4, да? Мы в 4 приходим просто через вот это украшение. И раз, и, то есть и раз, и пальцы, которые тебе удобнее, здесь выбери сам. Я вроде бы прихожу на четвертый, третий, да? Вот, поначалу полезно. И на четвертую долю мы с тобой. Даже не помню. Да. Никогда просто отдельными нотами не играл. А теперь. Сейчас. Раз, и два, и три. Сейчас перейдем. Конечно, была совсем не такая, какую я хочу, чтобы ты играл дома, то есть она постоянно сбивала, потому что обычно это я в таком темпе играю, видишь, и когда медленно играешь, все вот это вот дело, оно вылезает. Теперь насчет концовки. Хорошо, смотри, у нас с тобой есть, да, начало. Попробуй, пока что мы не будем учить целиком начало, попробуй вот это вот ощущение лево-право, расслабленное, как когда ты просто сидишь на коне. Первая часть, хотя она повторяется там дважды. То есть сюда ты приходишь такой штукой. То есть тоже по очереди. Правая, левая. И да, ты помнишь, мы с тобой смотрели, ты говорил, какое-то что там, жульничество или шарлатанство, типа, что у нас здесь до мажор, да? То есть мы... По сути, мы... Делаем вот это, просто вот, это насчет вступления. Дальше у нас с тобой у нас есть да, вот это давай здесь с тобой уже концовку квадрата посмотрим, то есть он все знаком. Хорошо? Вот эта штука знакома, с тобой постоянно ее там. Всякие такие штуки с тобой смотрим. Помнишь, в конце квадрата был? Да. Вот. Наши. Эти, господи, сексты. Из этой же истории. То есть... Да? Да? Да, вместе? Да. А, тут только лево, другая. Соответственно, какие доли тебе проще будет посчитать, когда ты будешь все соединить. Да, только у Pine Top это акценты чуточку другие, попробуй и с этими, и с другими все это время у нас левая рука ровно, да? Если получится все это левое соединить, да, вообще будет просто очень классно. Все вместе целиком. Фишка в том, что весь, всю вещь, все квадраты кончаются так. Получается... В своем случае можешь просто... Понятно. Что? Ну, что все квадраты так заканчивают. Это на случай, если ты с этой левой рукой захочешь соединить. Вот, да, это та часть, которая про Pine Top, да, просто их тебе поделить.